Друзья, давайте соберем под этим видео 100 лайков, пожалуйста! Лайк, лайк, лайк! Скай, у вас что, новый домик? Да. Скай, я тебя не вижу, ты где? Скай, у тебя теперь и у гонщика разные домики? Да. А где вы взяли такие красивые домики? Это мне. А кто это? Это красавица? Да, я слышал за такую красавицу сказку, как однажды злой клоун ее превратил в Баба-Ягу. Красавица, ну ты просто волшебница! Какой красивый домик! И теперь у Скай и у гонщика будут свои отдельные домики. Ну, молодец, красавица! Гонщик, а ты как будешь со своего домика выходить на задание отважным щенкам все по зубам? А там есть еще набивка. Там выход еще есть? Да. Ну это просто красота! Вы теперь этот домик будете мебелью обустраивать? Да. У вас теперь и кухня будет там? Мы обязательно с мамой Свинкой, с Пеппой и Джорджем придем к вам в гости. И вы нас обязательно угостите чем-то вкусненьким. Я очень люблю желейных червячков, паучков, тараканов, бутерброды желейные я тоже люблю. И я очень люблю торт. Да, папа свин очень любит много кушать. Вы знаете пароль? Какой пароль? Да, мне моя дочка Пеппа тоже так говорит, когда я в домик захожу на дереве. Большой папин живот. Мы любим посмеяться и поцеловаться. И превращаться. Еще мы любим вас, но нам надо попрощаться. Друзья, мы очень рады, что вы у нас есть и вы нас смотрите. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии. А если вам понравился наш новый домик и у кого-то есть такой домик, напишите, пожалуйста, нам в комментарии. А сейчас всем пока. Пока.